Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол. Это жизнь», и мы делаем очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как раз хозяйка чемпионата мира принимает Сенегал. Ну что же, Катар начал для себя чемпионат мира не очень, проиграли Эквадору со счетом 2-0, Валенсия забил дубль и... Благодаря этому и сборной помог выиграть, набрать 3 очка, и сам лично для себя неплохо так укрепил свою позицию в бомбардирской гонке, забив 2 мяча. Ну, правда, там уже по 2 мяча, если я не ошибаюсь, Сака забил за сборную Англии, и, ну, вот кто-то еще. Поэтому я записываю это буквально через пару часов после того, как закончился матч между... Катаром и Эквадором и тем же Сенегал Нидерланды, поэтому, ну вот мы видим, что на самых первых минутах Сенегал уже выходит вперед. У нас здесь есть, конечно, Садио Мане, которого нету на чемпионате мира, вот именно в сборной Сенегала, но, как мы видим, уже к 16-й минуте Сенегал увеличивает свое преимущество, забивает 2 мяча, но... И Сенегал проиграл в первом туре, и Катар, причем с одинаковым счетом. И вот здесь вот такой еще пушечный удар мог быть от Диа, но не получилось. Но все равно атака идет, и Мане забивает дубль. Счет у нас 3-0 к 40-й минуте, поэтому здесь, мне кажется, уже без интриги. Интрига может быть... Их, ну, несколько. Сколько забьет Сенегал и получится ли Катару забить свой первый гол на Мундиале. И вот так вот, такие еще моментики у нас идут в концовке первого тайма. Отличный момент. И забивает Исмаила Сар. 4-0. Ну, я не помню, вроде бы это у нас по нашим прогнозам это рекорд. Никто быстрее не забивал 4 мяча. Ну вот, Сенегал такую вот мини-сенсацию у нас делает. Дубль Мане, гол Диа и один гол от Исмаилы Сар. Поэтому как-то так, много интересных игроков в сборной Сенегала, даже если не брать лидера сборной Садио Мане. Ну вот, мы видим дальние удары в исполнении игроков Катара. Сар с мячом и не попадает даже в створ ворот. Али с мячом решился на дальний удар и снова же пробует бить издалека, не выходит. С мячом Мане, обратный пас, и здесь уже голкипер Катара отлично выручает. Но вот на такую пушку от игрока Катара Эдуар Менди не был готов просто. И вот сборная Катара забивает первый гол, гол престижа в этом матче, счет 4-1. Ну вот Диа мчит и отдает хорошую передачу на Исмаила Сар, который забивает дубль, так же, как и Садио Мане. И счет у нас 5-1. Исмаила Сар устанавливает окончательный счет в этой встрече. Победа за сборной Сенегала. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол. Это жизнь». До встречи, друзья. Всем пока. До свидания.